Далее о мерах, которые предпринимают, чтобы усилить безопасность жителей. В областном центре продолжают установку модульных укрытий. 517 таких конструкций уже размещены на улицах города. Еще 40 смонтируют до конца следующей недели. В преддверии начала учебного года особое внимание безопасности детей. Убежища оборудуют на территории детских садов, устанавливают рядом со школами. Подробности рассказал заместитель главы администрации Белгорода Дмитрий Дунайцев. Акцент сейчас мы делаем на установку укрытий у детских садов, где есть дежурные группы, а также на школьных стадионах. Также по поручению главы приступаем к установке модульных укрытий у входных групп на территории школ, которые планируются к запуску с 1 сентября. Работу данную планируем завершить до конца следующей недели.